Ни проблемы в мире финансов, ни мировые политические противоречия на самом деле ни разу не приводили к тому, чтобы американский звездно-полосатый флаг не развивался неподалеку от российского триколора в дни проведения форума. На этом бизнес-десант из США и вовсе наиболее представительный, около 300 человек и почти 150 компаний из 511 участвующих. «У всего есть цена», гласит американская поговорка, и цена деловых взаимоотношений с российскими партнерами настолько высока, что повлиять на нее не может никакая политическая конъюнктура. За 3 года, мешающих в том числе и американскому бизнесу санкций, товарооборот между США и Россией снизился явно не так сильно, как хотелось вашингтонским ястребам. Если с Европейским Союзом у нас товарооборот упал где-то на треть, как минимум, а с рядом стран даже на 40 и более процентов, то с Соединенными Штатами где-то на 3% только упал. Это означает, что у нас все-таки бизнес прагматичен. То, что именно крупнейшие бизнесмены, самые трезвомыслящие представители американского истеблишмента, хорошо понимают и в России. Владимир Путин напомнил, что пресловутые заокеанские капиталисты всегда конструктивно сотрудничали с Москвой при любых президентах в Белом доме и руководителях в Кремле. Тем более, что по счетам у нас платят исправно. Американцы хорошие бизнесмены. И как только увидели, что в России деньги появляются в связи с высокими ценами на энергоносители, сказали, а денежки где за ленд-лиз. Мы не стали жадничать. Мы за все заплатили. Я хочу, чтобы мы это с вами имели в виду. Кстати говоря, заплатили и все долги бывшего Советского Союза, включая все республики бывшего Советского Союза. Это Россия взяла на себя. И за всех заплатила. Не приходится объяснять, на кой нам эти USA и российским предпринимателям. Объем заокеанских инвестиций в нашу экономику колоссальный. Американцы вложили 75 миллиардов долларов в 3000 российских компаний. И сегодня представители крупнейших корпораций США заверили, инвестировать будут и в дальнейшем. Притом приоритет у проектов с длинными деньгами. Как ни парадоксально, но этот вывод сделан из-за временного замедления экономического роста в стране, спровоцированного двусторонними политическими противоречиями. Для долгосрочных проектов такие сложности – незначительные обстоятельства. А вот наличие у России особых компетенций по целому ряду перспективных направлений делают выбор страны для инвестиций предрешенным. Мы признаем, что должны отвечать на потребности аэрокосмического рынка. И Россия может быть частью содействия нашей деятельности на глобальном уровне. Соответственно, Россия должна быть гибкой по отношению к требованиям аэрокосмического рынка, и Boeing может содействовать в этом. Такое взаимное процветание, взаимная выгода являются стратегическими на национальном уровне. Поддерживать американский бизнес в России, независимо от отрасли, будут на самом высоком уровне. Личное присутствие на встрече Владимира Путина – ключевой сигнал. Президент как бы говорит welcome деловым американцам, надеясь, что услышит и его коллега из Белого дома, который еще недавно был коллегой крупнейших бизнесменов. Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры. Исходим из того, что такие совместные, обоюдовыгодные инициативы станут вкладом в ту работу, которую мы проводим в России по ускорению социально-экономического развития. Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне. Помогите и вновь избранному президенту, и новой администрации Соединенных Штатов. В том, что топ-менеджеры из США такой месседж за океан доставят, сомневаться не приходится. Объяснять соотечественникам при власти, что в России все окей, они привыкли еще с начала 90-х. И даже когда в Госдепе и Белом доме в 2014-м их отговаривали приезжать на форум в Петербург, они делали это даже инкогнито. Но теперь, после разговора с Владимиром Путиным, вряд ли даже в Вашингтоне кто-то сможет переубедить их инвестировать в Россию. Ведь это страна возможностей, а в США не любят их упускать. Алексей Чеботарев, Константин Соловьев, Вячеслав Петров, НТВ, Петербург.